Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я вяжу вот эти вот носки, которые я показывала в предыдущем видео, с бусинами, которые были. Сейчас вяжу без бусин и более подробно для начинающих. Вот такой вот простой обычный носок. Что хочу сказать по поводу ниток, были там комментарии. Я сейчас купила акрил. Для этих носков я взяла шерсть, она по метражу она была точно такая же, как эта, но она была намного тоньше. Вот не знаю, может, шерсть тяжелее, как бы сама пряжа. Но вот я вам покажу в сравнении. Если вы берете шерстяную нитку, видите, 410 метров, 100 граммов, вот носочная пряжа, видите, этот размер, этот носок у меня на 2 размера меньше. Вот здесь вот у нас 37-36 размер. Я в этом видео я не буду объяснять, как варьировать размеры. Это именно конкретно это видео ориентировать для начинающих. Поэтому, пожалуйста, возьмите потоньше нитки, спицы, двойка. Чем толще нитки вы возьмете, вернее, я вообще рекомендую для этих носков не брать толстые нитки, как можно тоньше. 500-600 метров в 100 граммах. Я сейчас вяжу этими, потому что мне не из чего. 400, если берете 400 метров в 100 граммах, у вас получится большой, вот видите, до 40 размера носок большой получается. Надеюсь, я понятно объяснила. Если у вас в 100 граммах 400 метров плюс-минус 50 метров, у вас получится носок 39-40 размер. Если у вас метраж 500 метров, у вас получится 37-38. Если у вас метраж 550-600 метров, тонюсенький, у вас получится носок 36-35-36 размер ноги. Вот, исходя из этого, считайте, какой размер вам нужен и какую толщину вам взять. Это что касается новичков. Опытные, я еще раз повторюсь, они поняли первое видео, они сумели связать, определить размер и подкорректировать на другой размер. Кто опытнее, пожалуйста, переходите на другое видео, вам там все будет понятно. Вот. Вообще рекомендую для этих носков, еще раз повторюсь, брать тонкую пряжу. Они красивее, они нежнее получаются. Спицы, еще раз, 2 мм тонкие, обязательно круговые. 100 грамм пряжи, даже 100 грамм не уходит. И еще нитки, вот швейные нитки для уплотнения. Катушечка, она вся не уйдет. И набираю я 60 петель на спице. Набрала я 60 петель. И вяжу резинкой. Вязание начинаю с лицевых петель, для того, чтобы у меня в конце тоже заканчивалось вязание лицевыми петлями. 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, до конца ряда. Вот, провязали мы первый ряд. Последние две петли у меня лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Следующий ряд вяжем по узору. И далее продолжаем вязать резинку по узору. Начинаем второй изнаночный ряд с изнаночных петель, далее лицевые. Вяжем туго, девчонки. Очень туго. Продолжаем вязать нашу резинку по узору, как лежат петли. Вот связала я резинку. У меня резинка составляет 40 рядов. Вот если я измерю, просили мерить все в сантиметрах, то у меня 15 сантиметров в спокойном состоянии ширина. Вот так вот тянется она прекрасно. На этом этапе вы можете проконтролировать свою плотность вязания. И высота 10 сантиметров, резинка ровно 10 сантиметров. Далее мы будем вывязывать вот этот вот мысик. Я покажу на этом носке. Здесь на светлых нитках удобнее, виднее. Видите, вот этот вот клинышек мы будем вывязывать. Продолжаем вязание резинкой 2 на 2. Вот такие у меня маркеры. Делим наше вязание на 3 сектора. Первый сектор у нас 27 петель. Вяжем 1, 2, 3, 27. То есть 27 петель вместе с кромочной. Одеваем маркер. Вы, естественно, одеваете человеческий нормальный, я одеваю свой. Клин наш будет состоять из 6 петель. Вот они, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
но по сторонам от него мы будем делать воздушную петлю. Воздушная петля, можете делать накид, но я во избежание, для того чтобы не было большой дырки, делаю здесь воздушную петлю, то есть вот так вот захватываю ниточку и затягиваю, и провязываю 6 петель резинкой, опять же по узору вяжем 5 6. Так, теперь снова делаю воздушную петлю. И одеваем маркер. Между маркерами это будет наш клинышек, который будет увеличиваться. За маркером 27 петель. И вот здесь вот тоже 27 петель у нас остается неизменным. Здесь количество петель у нас меняться не будет. Провязываем до конца ряда оставшиеся 27 петель. Проверьте, пожалуйста, сейчас на этом этапе, все ли у вас совпадает по петлям. 20. Теперь изнаночный ряд вяжем по узору эти 27 петель. Провязали 27. Теперь мы вяжем клинышек. Эти воздушные петли, вот которые мы в предыдущем ряду мы сделали, их мы вяжем таким вот образом. Если здесь у меня, видите, две лицевые, то эту петлю я провязываю изнаночной, чтобы в будущем у меня здесь получалась как бы резинка 2 на 2, то есть вот 2 лицевые и воздушная петля, и по узору у нас должна быть изнаночная, и я ее провязываю воздушную петлю изнаночной петлей. Далее мы вяжем по узору после маркера. Следующий лицевой ряд, 27 петель, опять же, всегда мы их вяжем без изменений, по узору, без добавлений. Так, 27 петель, и снова наш клинышек. Делаю воздушную петлю, здесь у нас была в изнаночном ряду, она изнаночной, провязываем лицевой, то есть по узору мы восстанавливаем узор 2 на 2, резинку 2 на 2, лицевая, воздушная петля, и далее по узору. Изнаночный ряд мы провязываем по узору, то есть вот этот клинышек между маркерами у нас будет расширяться, то есть в каждом лицевом ряду мы будем добавлять по 2 петли здесь и здесь, и провязывать их в изнаночном ряду так, чтобы у нас, видите, образовалась резинка 2 на 2. То есть смотрим по узору. Вот. Продолжаем наше вязание, выполняя воздушные петли в каждом лицевом ряду. Так, смотрим, девчонки. Смотрите, добавила я с каждой стороны по 16 петель. Видите, вот они мои добавления, которые я потом перевела в резинку. По 16 петель с каждой стороны. То есть между вот этими маркерами у меня теперь средняя часть составляет 38 петель. 16, 16, 32 и плюс 6, которые у меня были. 38 петель. Здесь по 27 так и осталось. Так я и вязала, не изменяя. Теперь что касается, говорили девчонки, все измерять, каждый этап. Здесь у меня 8 сантиметров, то есть всего высота у меня теперь составляет 18 сантиметров носка. 10 резинка и 8 этот этап расширения. Теперь мы будем вязать вот сейчас вот отдельно вот этот вот язычок. Каким образом? Вяжем вот эти 27 петель лицевыми петлями. Так, 27 петель. И я их продвигаю на леску, чтобы они мне не мешали. Сейчас я их уже вязать не буду на данном этапе. Они у меня просто как отложенные. Теперь вяжу средние вот эти 38 петель резинкой, ничего не меняется, вяжем средние 38 петель резинкой. Так, последняя 38-я, и вот эти 27, которые у меня остались, я тоже передвигаю как бы на леску сюда.
и остаются в работе у меня вот эти 38 петель, и я их вяжу как отдельное полотно без добавлений и убавлений, просто вяжу эти петли резинкой. Вот, продолжаем вязание, вяжем вот эту вот часть, этот сектор. Так, вот, девчонки, смотрите, провязала я этот язычок, он у меня 8 сантиметров, 32 ряда. Далее мы делаем убавление. Убавление будем делать в начале каждого ряда, вот так вот, провязывая 2 первые петли вместе. Далее по узору до конца ряда. Так, довязала до конца ряда, поворачиваю работу и снова в начале ряда я провязываю 2 петли вместе. И так в начале каждого ряда, для того, чтобы у нас получился мысик. Продолжаем наше вязание. В начале каждого ряда 2 петли, первые 2 петли провязываем вместе. Так, девчонки, вот такой вот клинышек у меня получился. Объясняю, здесь я закрыла 8 петель, и здесь закрыла 8 петель. Всего 16 петель я закрыла. И осталось у меня на спицах 22 петли. Сейчас измерю ширину. Забыла. Ширина у меня 7 сантиметров в ненатянутом виде, в спокойном состоянии здесь. И теперь здесь у меня осталось 5 сантиметров после закрывания этих петель. Далее что мы делаем, то есть здесь у меня 22 петли. Далее мы будем совмещать вот это вот вязание. Для этого можно обрезать нитку и привязать здесь, чтобы набирать петли. Можно сделать вот так вот протяжечку, как сделаю я, вот так вот довольно свободненько, чтобы у нас была как бы свобода натяжение. Сейчас я придерживаю пальцем эту нитку, видите, вот эта, которая отсюда идет, и рабочая нить у меня остается здесь. Кому сложно, обрежьте и привяжите здесь. Так, первую петлю я вытаскиваю вот здесь вот, как бы из вот этого промежутка, чтобы не было дырки. Теперь вот эту нитку, которая у меня здесь, я оставляю как бы поверх работы и буду вытаскивать петли из каждой кромочной петли. То есть эта нитка остается здесь у меня сверху. Вытаскиваю петлю, теперь опускаю нитку вниз, вытаскиваю следующую петлю вверх, для того, чтобы она у нас была переплетена. Каждой кромочной я вывязываю по одной петле. Вот так вот продолжаю я это до нашей спицы. Так, вот я набрала по ровному полотну. Здесь, где у нас сокращение, мы набираем как бы между вот этим, между ними. Да, вот смотрите. Здесь 2 вместе, здесь 2 вместе. И она кромочная находится между ними. Так, всего я набрала здесь 27 петель. То есть здесь у меня 27 и здесь у меня 27. Теперь я вяжу вот эти вот лицевыми петлями, средние протягиваем. Вот для этого нам нужны круговые спицы. Далее я вяжу лицевыми петлями. Так, и теперь набираю вот по этой стороне те же самые 27 петель. То есть точно так же, как и здесь. Но только уже у нас, нам не нужно прятать нитку. Мы их просто вытаскиваем. Так, 27, девчонки. Теперь я довяжу вот эти 27 петель до конца. Вот такая вот получается на данном этапе конструкция. Всего в работе у нас 130 петель.
Вот 27 и 27 это 54, 27 и 27 54 это 108, и здесь средние 22, 130 петель всего. Далее что мы делаем? Далее мы добавляем уплотняющую нить. Здесь я в половине делю как бы напополам, чтобы протягивать, потому что цельно не получится. Вот. И продолжаю вязать лицевыми петлями, кромочной, изнаночной. Но уже с этой дополнительной нитью я вот здесь ее добавляю и буду вязать лицевыми петлями. Далее у нас вязание все идет лицевыми петлями. Продолжаем вязать без добавлений, без убавлений наши 130 петель лицевыми петлями. Провязала я 14 рядов лицевыми петлями. В сантиметрах это у меня совсем чуть-чуть, 3 сантиметра, и то даже меньше, чем 3 сантиметра, если быть точной, то 2,5 сантиметра, не больше. Я разделила все петли, здесь у меня 59 до маркера, здесь у меня тоже 59, и отделила я центральные 12 петель. Вот маркером, видите, по центру. То есть это вы сделаете в последнем ряду, либо уже когда провяжете эти 14 рядов, вы маркером, если у вас защелкивающийся, просто отделите эти центральные, средние 12 петель. Вот, далее вяжем таким вот образом. Сначала вяжем 59 петель без изменений лицевыми. Так, провязала 59 петель, дошла до маркера, вот здесь вот мне придется вот так вот немножко, чтобы упростить задачу, дошла до маркера, и далее я буду вязать центральные 12 петель, вот эти между маркерами, но таким вот образом, смотрите внимательно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а 12-ю, сейчас я просто убираю этот маркер, он по сути не нужен, 12-ю и одну петлю отсюда я провязываю вместе, то есть одна была за маркером. Поворачиваю работу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 9 10 11, и вот она наша 12-я. Снова я убираю маркер, они будут не нужны, там будет все видно. 12-ю и 13-ю я провязываю вместе, то есть в каждом ряду я из этих боковушек буду забирать по одной петле. Снова поворачиваю, снова один, кромочную считаем обязательно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот видите, здесь видно 12 и 13, как бы она отделена. Оно тут вот такой вот промежуточек всегда будет видно, и вы не перепутаете. 12 и 13 я провязываю вместе. Снова смотрим, видите, вот эти 12 петель, они по сути отделены вот такой вот дырочкой будут всегда. Снова поворачиваю и снова вяжу эти 12 петель, при этом в конце 12 и 13 я провязываю вместе. 11, вот она 12, и 13 я забираю с этого сектора. И так далее, вот таким вот образом мы продолжаем вязать вот эти средние 12 петель. И с каждым разом мы по одной петле будем забирать вот здесь вот. То есть мы вяжем вот эту середочку и сокращаем петли боковушек постепенно. Продолжаем вязание. Смотрите, девчонки, видите, вот эта полосочка, которую я вязала. У вас должна получиться точно такая же. Вот мои 12 средних петель, еще осталось по одной у меня боковушке. И теперь мы эту будем переходить, еще довяжу я эти по одной этой петли. Видите, вот так вот она выглядит.
И ширину я вам сейчас измерю, сколько она у меня, эта средняя часть, 4 сантиметра. Так, далее она будет переходить, вот смотрите, на пятке она переходит сюда, на заднюю часть носка. Сейчас еще я 2 ряда провяжу, чтобы закрыть вот эти 2 петли, которые у меня остались, последние. Так, последняя, идите, 12 и 13. И в изнаночном ряду тоже здесь последняя у меня. Очень важно вот здесь вот вначале распределить эти правильно петли, чтобы у вас все совпало в конце. Так, последняя. И теперь далее мы вяжем таким вот образом, все то же самое. Первый один, на спицах у меня осталось всего 12 петель, 12, и я вяжу эти 12 петель таким вот образом, провязываю первые 11, первую снимаю, 10 провязываю, последнюю переснимаю на правую спицу. А здесь вот видите, где у нас кромочные петли, я кромочную подцепляю за первую, как бы, видите, плохо видно, вот она кромочная, видите, я ее цепляю, одеваю на спицу, возвращаю эту петлю и провязываю вместе, поворачиваю работу, снова вяжу 10 петель, первую снимаю, вяжу 10 петель, всего 11, последнюю переснимаю на правую спицу, вот она моя кромочная, видите, и я поддеваю здесь, поддеваю вот эту петлю, вторую, как бы заднюю, в изнаночном ряду я поддеваю заднюю петлю, возвращаю эту 12 и провязываю вместе, поворачиваю лицевой ряд, еще раз показываю, первую снимаю, 10 провязываю, всего 11, 12 переснимаю на правую спицу. Вот она следующая кромочная, видите, вот она. И я поддеваю за переднюю петлю, за переднюю стенку. Это у меня сейчас лицевой ряд. Далее поворачиваюсь, в изнаночном ряду снова вяжу эти петли. Последнюю переснимаю на спицу, здесь в изнаночном ряду кромочная, вот видите, передняя стенка, задняя стенка, я поддеваю заднюю стенку, в изнаночном ряду задняя стенка. Вот таким вот образом мы продолжаем наше вязание. Продолжаем. Так, смотрите, девчонки, провязала я вот эту часть, которая у меня совмещается с платочной вязкой, все провязала платочной вязкой. Далее я перехожу на резинку, вот смотрите, на носке 16 рядов у меня здесь получается, девчонки, я провязала. Теперь я убираю вот эту нитку вспомогательную, дальше она уже не нужна, продолжаю таким же образом, но при этом вяжу резинкой. Так, первую петлю сняла, начинаю с лицевых петель, 2 лицевые, 2 изнаночные, моя нитка, я ее уберу, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 лицевые, кромочную переснимаем и далее таким же образом просто подхватываю кромочную и провязываю вместе, все то же самое, только здесь у нас не лицевые петли, а резинка. Вот, первую петлю снимаю, далее по узору.
Последняя петля, переснимаю, вот кромочная, одеваю в изнаночном ряду за заднюю стенку и провязываю вместе. И так далее, девчонки, далее мы продолжаем в том же духе передвигаться, поднимаясь по кромочным аж до самого верха. Вот так вот оно выглядит. Я продолжаю вязать, далее вам покажу. Так, девчонки, смотрите, вот дошла я до верху, почти я уже закончу. Видите, совсем один рядочек здесь осталось еще мне провязать. Вот так вот это выглядит, вот наш стык, вот два стыка. И теперь вяжем последние два ряда и заканчиваем, вернее, ряд и закрываем. Вот так вот, видите? Так, далее я уже буду закрывать петли. Закрываю способом для резинки 2 на 2. Первую петлю снимаю, вторую провязываю изнаночной и продеваю вторую через первую. Далее снова смотрим изнаночная, провязываю ее изнаночной и продеваю через первую. Далее у меня идут лицевые, лицевой провязываю. Продеваю через первую. И здесь вот я еще поднимаю, видите, последнюю петлю и провязываю ее с предпоследней вот таким вот образом и протягиваю все. Нитку обрезаю, ну, в моем случае я ее оборвала. Если у вас совпали вот эти обе ниточки, я их связываю. Если они по разные стороны, то просто продеваем крючком и маскируем одну здесь, если все вместе, если вместе они здесь, вот видите, как у меня, значит, протягиваем их вместе. Вот таким вот образом. Вот оставшуюся нитку просто обрежем. Так, вот такой вот, девчонки, носок. Я уверена, что я исполнила все ваши пожелания, учла все ошибки, все пожелания, все требования и нюансы я учла. Вот такие вот наши носки. Вот он, еще могу измерить вам в готовом виде. Он длина 25 сантиметров. Это в спокойном состоянии. Понятное дело, что он тянется очень хорошо. Длина 25 в спокойном состоянии. Ширина 8,5. И высота. Это все в лежачем спокойном состоянии. 22 сантиметра. Все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь. Вот такие вот носки. Вяжите. На носу у нас зима. Пробуйте сейчас летом не спеша. И начинаем утепляться на зиму. Потом будут шапки и так далее. Много-много всего зимнего. Открываем мы с вами сезон, девчонки. Все. А с вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Встретимся в следующем видео.